По словам Геннадия Заматаева, по вине одного из сотрудников завода древесное волокно сложили в слишком большую кучу, часть которой раздуло поднявшимся ветром. Вениамин Кондратьев потребовал, чтобы такое больше не повторялось. С жильцами вся работа проведена, улица убрана была в тот же день. Я вызывал сам санитарную службу. По Белореченскому Апшеронскому району были взяты анализы. Ничего вредного, включая древесную пыль, не обнаружено. Любой бизнес работает во благо людей, но никак не во вред. Поэтому здесь давайте сбалансируем себе понимание того, что если вы здесь, а в окружении вас находится жилой сектор, конечно, вам нужно счастье и комфорт. Но самое главное, это не может повториться больше никогда. Это принципиальная моя точка зрения, я надеюсь, и ваша. Да, я могу заверить и вас, и жителей района, что такой ситуации больше не будет. Свой рабочий день губернатор сегодня провел в Апшеронске, где встретился с местными жителями.